так делай. Ага, понятно. Которых я знал, любили пирожки поджаривать. Ага. Ну, из 10, 9 умерли от рака кишечника. Об этом писали и говорили. Его всего нынче готовят растительное масло так, какие-то там фосгены, там, ну, проще. Ну, вообще его есть нельзя, масло не такое. Как они сейчас готовят его? Как вообще что? Ну, как готовят, вообще его есть нельзя. Так, ну, понимаете, я говорю то, что я знаю и на опыте своей жизни. Вот мне 73 года, 10 июня было. Я еще ни одной таблетки не съел. А я где мотаюсь и что я претерпел? Ты вас никто не видел тут. А у Пети все болит у нашего. Может быть, ты виновата. Желудок болит. Так болит. Твоя сердце вина. Болит. Да. Там да. Что еще? Ноги какой? Болят. А ладно, а рост какой у тебя? Ну, 1,60 м. 1,60 м, а вес? А вес, наверное, 80 с лишним килограмм. 80 килограмм. Значит, минимум 30 килограмм скинь себе. Ой, я буду тогда худать. Минимум 7. А тогда значит, у тебя сейчас диабеты, гастриты, все это будет. То, запомни, толстое чрево не рождает тонкие мысли. Оно будет мало, оно будет вас. А почему человек толстый? Я тебе скажу, 4 причины. Давай по пальчикам. Первое, самое натуральное обжорство. Лишние калории. Да, 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 калории. Любит там пышечки, мышечки, там все это. Ну, так, ну. Второе. Какая она не трудолюбивая пчелка, но лишний раз не пропотеет. А с этим не согласны многие. Но это так и есть. Нет, самая натуральная леность. Это ты должна в 3 раза больше делать, а что ты делаешь. Еще вот. Третье качество, которое стоит за ней, почему человек толстый, это сонливость. Днем маленько прилечь где-то, вроде усталость какая-то, недомогание. Да. Меня, лежащего на постели днем, жена за 46 лет не видела ни разу. Никогда не позволю. Даже падать буду, уцеплюсь, но не лягу. Почему? Это моя жизнь. Один раз уступил, плоть тебя давит. И почему апостол Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недоступным. Это враг наш. Мы должны сделать его другом, как рабом. И четвертое качество, почему человек толстый, беспечность. Беспечность, вообще беспечность, ага. Ну, все согласилось, так? Давай, начинай трудиться, все это прижми. Может быть, ну, сухарик. Все это замени разными. Да, 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 да. Да, и это у тебя уйдет. Ты забыла, какая ты должна быть. Разве ты такая была? Да такую Петю не поднял бы на руки. А он не поднимает, он надорвется, сразу грыжу получит себе. Так, я хочу. Еще более себя заработать. Так, я тебе в прошлый раз. Так, что-то ты называй еще? Нет, а что я? Сколько тебе лет? 42. Значит, ну, можешь слушать меня в этом, а сама принять или не принять. Ага. Значит, ты когда в церковь и идешь, собираешься, как ты подготавливаешься к этому, чтобы пойти в церковь? Ну как, одеваешься, церковная? Одеваешься, все. Ну. И на этом закончилось. Ну. А ты поставь себе правило такое. Господи, я иду в храм твой, и оттуда должна прийти другая. Если ты в храм Божий идешь, ничему не научилась, Златоуст, говорит, напрасно дворы топтал. Вас не учат, а ты научись. Там пришла, и священник не учит. Сколько служба это идет? 5 часов? Ну, это вечером 5 часов, а утром 3,5. И сколько ты 5 часов, за 5 часов стоишь? Сколько ты натурально молишься, с Богом соединяешься? Сколько? Ой, мало. Ну, сколько? Ну, мало, я не считаю. Ну, то есть, ты вчера сказал, говоришь, минут 15. Ну, да, а остальное о чем думаешь? А о чем попало? О! А о чем попало? Чем попало? Значит, ты когда идешь в храм, приготовься. Господи, мысли направься туда. А почему раньше не уходишь? Ты сама знаешь, почему. Ну, как а ты вроде неудобно. Нельзя раньше уходить. Но вроде как-то привязаны к этому, люди еще подумают, все. И ничего нельзя сделать. Поэтому Библия должна у тебя на столе быть все время. Открыла, Господи, я пошла в храм. Глядя на образа Божии, помоги мне подражать тем, которые здесь изображены. То есть начинай то, что не понимаешь, там, в церковном, на русском языке, к себе применять. Ты выйди оттуда обновленная. Храм – это больница, лечебница. Я согласна, что ты согласна, правильно. Да? Согласна. И каждый раз так делай. И дочь свою этому научи. У тебя 2 дочери? 2, да. Послушные? Послушные. И внуки? А внучка, не знаю, баба, наверное, будет. Я тебе вчера сказал, что как рождается внучек, баба как будто надо ликвидировать. Они самые главные вредители. А мы ее видим только в воскресенье. А у бабы главный лозунг. Спи дольше, ешь больше. Все. Нет, я ее воспитываю. Не можешь. Она орет, я ее не трогаю. Твоя комплекция, вид, говорит о том, что ты не можешь на ее повлиять реально. Ты сначала себя сдвинь, ужми. Должна быть тонкая, звонкая и прозрачная. Да. Ну, у меня бабушка была не тонкая, звонкая. Ни мама не тонкая, не звонкая. А я тем более тонкая, не звонкая. Так, не еще. Буду. Смотри, поговори сюда. Ага. Вот. Сама к себе возьми. Вот здесь вот. Вот. Чтобы вот так у тебя воротничок был. Грудь свой. Да, это самое ценное у женщины. И это по стихии мира. Угу. Что толку, что мы на кого-то смотрели, как мусульманки одеты?
А закрыты все полностью? Все закрыто полностью. И дочери скажет так. Ага. Это целомудрие, и это никому не надо. Муж тебя видит и другую, а другим это не надо. Это твое сокровище. Значит, возьми вот такую пришей, любую заплатку. Ладно, пришли. Все, поняла? Понятно. Умница. Понятно, понятно. Давай. Так, все тут надо сварилось, и масло потом, да? Потом, на столе. Сколько надо, приступ маленько, да, прям, когда снимешь плиты.